Но сегодня, скажем так, я очень впечатлена. Особенно мне понравилась эта деревня атлетов, потому что меня удивило, как хорошо здесь организовано и продумано. Может быть, чуть-чуть побольше, пошире хотелось бы именно пищевой блок, но очень красиво, очень разумно, и можно видеть, что действительно Универсиада здесь ожидается, ожидается с честью, с гордостью. Я думаю, действительно очень хорошо проведете тоже. Но я очень жду, сейчас мы посмотрим главную арену. Вчера также была впечатлена по поводу хоккейной арены. Я думаю, что все подготовлено как следует, остается доработать какие-то несколько деталей. Я думаю, что спортсмены смогут здесь показать свои лучшие результаты, так как остальные все условия действительно продуманы и хорошо организованы. Я бы хотела пожелать, чтобы жил не только еще 1000 лет, но, может быть, еще несколько тысяч лет, чтобы процветал, чтобы люди жили дружно, жили с нацеленностью на будущее. И спасибо за то, что вы принимаете студентов, спасибо за то, что есть потенциал на рост. Так здравствуйте!